Всем привет, с вами снова славный Дружа Обломов. Подумал я, что давно не заливал ничего на канал «Муха не сидела», потому что не было никаких интересных девайсов, ничего мне давно с eBay не приезжало, то ли они задерживают там, то ли блин, не заказывал я ничего там целый месяц, то ли денег не было, я не помню. Короче, давным-давно не приходило мне извещение, что надо что-то с почты забирать. А вспомнил, что у меня завалялось со старых заказов вот такая вот штуковина. Не знаю, наведется ли фокус на нее. Да. Вот такая вот, короче, коробочка. На ней написано Virtual Laser Keyboard. И вот так вот, обратно фокус. Virtual Laser Keyboard. Вот. Зачем-то это повторено два раза. То есть виртуальная лазерная клавиатура, виртуальная лазерная клавиатура. Давайте распакуем, наконец-то. Вот. Внутри идет вот такая вот штучка. На ней особо показывать нечего. Вот. Зарядник, только кабель идет. Обычный микро-USB. А вот такая вот штуковина. Не знаю, насколько видно. Тут даже пленка есть. Можно пленку снять. Вот. А о чем этот ролик? Этот ролик о том, что эту хрень покупать не надо. Значит, где тут должна быть кнопка? Да. Вот так мы эту штуку ставим. Я не знаю, можно ли. Вот так мы ее ставим, и она проецирует. Я не знаю, насколько хватает аккумулятора, я не проверял. Она проецирует вот такую вот клавиатуру, достаточно четенькую. Вот, достаточно доходчивую. Можно вот так выровнять. Вот, видите, как это работает. Вот так. А в чем проблема? Как игрушка, эта штука реально крутая, то есть, блин, черт подери, это будущее рядом, это лазерная клавиатура, которая проецируется тебе на стол, чувак, это реально круто, но на практике это полное говно, я извиняюсь за выражение. Почему? Дело в том, что вот данная технология будущего работала нормально, нужно, чтобы вот таких вот проецирующих штуковин, чтобы их было хотя бы 2 или 3, желательно, с разных сторон, потому что как только ты пальцем нажимаешь на что-то, то нажатие, идущее за твоими пальцами, ну вы понимаете, то есть вы перекрываете остальные кнопки. В итоге набирать текст, ну когда вы слышите пик, это значит, что типа кнопка нажата. Ну вот смотрите, я пытаюсь набрать Обломов ФФ. Но если вы постараетесь сделать это быстро, то как бы она не всегда реагирует. То есть сейчас, по-моему, я букву пропустил. Если же вы пытаетесь печатать с двух рук, например, славный друг, все, она не печатает так. То есть если на обычной клавиатуре вы можете нажимать там практически одновременно несколько кнопок, то здесь ей нужно показать, что вот M, N, B, V. Вот, то есть, а если вы пытаетесь печатать вот так, половина нахрен букв она пропускает. Поэтому, вот, например, для сравнения, на обычной клаве вы можете печатать вот так. Вот так, с такой скоростью. Ну, у меня просто, я печатаю медленно, потому что у меня русских букв на клавиатуре нет. Мне главное не задумываться об этом, тогда я печатаю нормально, потому что я помню, где они должны быть. Вот, короче, лазерная клава. Крутая ли штука? Да, как игрушка супер крутая. Понятно, я даже не синхронизировал ее с компом, потому что все это неинтересно. Да, понятно, что она по блюзубу соединяется там совсем, тыры-пыры, заряжается, аккумулятор, не знаю, сколько она работает. От своего аккума все это полный бред, это не имеет значения, потому что пользоваться этой штукой абсолютно неудобно. Ну. Не успевает она, к сожалению, обрабатывать. Как только сделают вот такие вот штуки, которые можно будет поставить куда-нибудь там по бокам стола, чтобы оно в 3D обрабатывало. То есть ты нажимаешь где-нибудь, вот ты нажимаешь, там зажал, там и при этом еще кнопку назад, и три датчика видят, что происходит, все это дело в режиме онлайн обрабатывают, тогда да. Пока что на данный момент... Можно делать только так и радоваться, как идиот. Вот. Так что да, технология прикольная, но, к сожалению, недоработанная, поэтому не тратьте свое бабло. Это полная хрень. Если увидите на eBay, подумайте, черт подери! Новые технологии. Реально, чертовы инопланетяне передали нам их. То знайте, это хрень, которая выбешивает примерно через 20 секунд использования и не обрабатывает половину нажатий.
Хотя, если вот серьезно, если вы печатаете двумя пальцами, вот чисто вы печатаете двумя только пальцами, то да, О, О, Б, Л, О, М, О, Ф, Ф. Так-то нормально. С вами Слава Дружа Обломов, Муха не сидела вот на такой вот штуковине. В описании я дам ссылку, где я ее не купил, где я ее купил. Не покупайте ее. Всем пока!